Нет. Нет. Нельзя раздавать. Давай. А так не будет. Нет, не на лицо Патрика. А у меня тут живой. Все, это он отагонизировал. Не, на лицо Патрика свети. Не-не, на Патрика, на лицо, вот так. Вот так. Ну вот все, я свечу. Не, вот так, вот так, вот так. Расскажите нам, доктор, что произошло? Вы знаете, что его укусила только что одна из самых ядовитых черепах на свете. Вот так, да. С черными лапами. И сейчас вы наблюдаете момент агонии. Это вот последняя стадия перед тем, как это маленькое существо. Посмотрите, вот видите, как свет то гаснет, то мерцает. Вот. Он пытается. Он пытается. Подняться. Ну, я действую очень медленно и проникаю. Он говорит: Боже, что со мной? Ведь я хотел просто. На самом деле, это очень трогательный момент. Это, да. это не смешно. Нет, это не смешно. Мы наблюдаем этот очень трогательный момент. И давайте. Его можно попробовать отправить в чистую сторону. Он говорит: нет, ребята. А лапками зачем? Он говорит: ребята, пожалуйста, вы же видите меня. Он танцует. Я свечусь. Он танцует. Умирая. Он танцует. Он бамбали, бамбаха, бамбаху, бамбахи. Дан-дан-дан-дан-дан-дан. Он говорит, это не нравится мне песня. Подождите, у нас есть врач. Вот, отлично. Вот, и теперь мы вдвоем. Так, здравствуйте. На что жалуемся? На что жалуемся, гражданин? Да, знаете, у меня как-то немножко, как-то в ритм не попадает свет. Когда это началось у вас? Ну, я, знаете, я работал на дискотеке. Сейчас я приду, подождите минуту. Ура, он отправился. Подождите, я сейчас приду. Эй, ребят! Эй, медсестра! Он за это, он говорит: подождите, я где-то, у меня инструменты. Сейчас, подождите. Бля, как здесь темно. Так, надо подсветить фонариком. Сейчас жопой развернусь, подождите. Опа! Все. Не давите. Ну, да, улетел. Кажется. А, он улетел, да, слава богу. Это помогла пилюля та самая. Пилюля. Значит, когда врачу помогла пилюля. Врач съел его пилюлю. Врач, скажите, это мануальная терапия рук. Попробуй воскреси второго. Все, отлично, ты убери. А, все, отлично. Подожди. Она сняла паутинку. А вы точно видели, как его ужалило? Попробуй, сделай ему искусственное дыхание. Ужалила черепаха. С черными лапами. Я видел, как паук от него убегал. Значит, паук не успел, просто паук увидел вас. Все, мы его вылечили. Вот он, отлично. Все, ему хорошо. Ребята, спасибо. Мне стало лучше. Я сейчас полечу. Посмотрите, он даже палец вверх показал, типа да. Лайк показал. Да, это круто. Вот так он и показал, да. Он пытается взлететь, ребята. Он говорит: что вы, ну, ржете? А что у него вообще с боковыми... Не знаю, что у него... С закрылками. Да. Мне кажется, паук хотел взять у него на органы какие-то. Да-да-да, возможно. Сейчас... Может, она не имела нога? Нет, все, вот, ему лучше, смотри. Слово передадим нашему эксперту. Все, ему лучше, давай его в траву, пошли в траву. Пойдемте. Вот так театр на весу спас. Нет, давайте туда же домой, на паутину. Нет, да, мы его спасли, давай, на травку. Травку. Все, и отходите. Дайте ему травки. И отходите. Все, он пошел. Убирай свет, Вова. Не видно света. Он не светит. Он спрятался. Он выключил.